Наряды королевы Елизаветы II теперь могут увидеть посетители Букингемского дворца. Изысканные платья и костюмы стали экспонатами выставки, которую приурочили к 90-летнему юбилею монаршей особы. Это самая масштабная экспозиция королевского гардероба. Здесь представлены более 150 нарядов, от фантазийных детских костюмов до изысканных церемониальных. Главное место, конечно, отвели свадебному платью и платью для коронации. Надо сказать, что экспонаты этой выставки лишь малая часть королевского гардероба. По самым скромным подсчетам, в течение прожитых лет британская королева надела более 10 тысяч нарядов. Комплекты королевы создавались с особой тщательностью, чтобы они подходили не только для разных событий, но и погодных условий. Некоторые наряды просто потрясающие и больше напоминают настоящие произведения искусства.